А дорожку, наверное, тоже вторую. Дорожку третью. Цурская, да. Идем дальше. Полина Цурская, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе. Еще одна российская спортсменка, принимающая в нынешнем сезоне участие в финале Гран-при. Ну и так как она стартует под заключительным стартовым номером, вы можете сделать недвусмысленный вывод, что она по рейтингу стоит выше соперниц. А даже у Томмазо Альбинони в обработке Икука Кавай. И вновь Япония присутствует и здесь. От Полины Цурской. Очень хороший прыжок. Прыжок большой, высокий, поднимается. Хорошо. Сложный заход во вращение с двойного твизла. У Этери всегда хорошо вращаются девочки. И прыгают. Постарайся, еще постарайся во второй половине чистенькие элементы делать. Интересный показ был. Очень интересный. И подход, и выход из акции с той же ноги, шпагат. Это все сложные очень вещи, которые будут получать... Вот это редкое вращение. Посмотрите на него. Это очень редкое вращение и прекрасное. Я не зря говорю, что у них всегда они отличаются еще и вращением. Чуть замедлилась, но выстояла. Вот это да! Гибкая девчина, молодец! Вот это очень да! Здорово! Очень здорово! Есть. Сереже Дудакову передать большое спасибо и огромный привет, потому что... Есть от чего техническую часть, порадоваться, да, российским болельщикам. Да, я знаю, что в этой группе работают очень много... что много работают с тренером по скоростно-силовой подготовке, что тяжело и много работают на катке, тем не что менее, внимание делится между спортсменами. 100% довольных тренеров, по-моему, не бывает. Вот. Сейчас от Этери Георгиевны такая фраза раздалась, как ковыряла лед, что ли. В общем, где-то там нашли недочеты. А для чего мы там стоим? Только достоинство замечать? Нет. У нас глаза заточены только на недостатки. Она про дорожку говорит. Ну, по-видимому, да. Этери Георгиевна. Этери тоже можно поздравить. Нравится то, что есть спортсмены, есть большие спортсмены, есть средние спортсмены, есть... хорошие спортсмены, все работают в сборной команде, да, и есть молодое поколение, которое тоже готово выступать уже на уровне взрослых спортсменов. Вполне. Но в этой группе прогрессируют все, и молодежь, вот и Лепницкая, недавно покинувшая группу, и Цурская, и Питкеев, и взрослые, тот же Воронов. Очень-очень да, сильный коллектив. Причем это 70. И коллектив, да, это и школа. Понимаете, это школа, которая вот, объединившись все вместе, заточена на большой результат. И результат дает. И это мы видим, да.
как бы, так сказать, на будущее. Ну что, в томительном ожидании оценок. Не один, так второй, не второй, так третий. Это нам просто. Нам какая разница, кто выиграет? Нам тоже не просто. Ну, я имею в виду болеть. Так-то да. Мы не болеем, мы участвуем. Мы переживаем. Итак, оценки. 66-69 – это личный рекорд Полины Цурской. Она занимает первое место после короткой программы, опережая Алису Федичкину и опережая всех остальных. Ну что же, приятно осознавать. Честно, что она всех опережает. Честно, однозначно. Ну, просто. Никаких вопросов. Прыжковые элементы, вращение, ну... За вот столуп, при том, что он в первой части программы, она получила самый высокий балл, 11,7. Ну, так она и прыгала его высоко, настоящий мужской прыжок. Огромный прыжок, мужской был прыжок. У нас еще мужские соревнования. Это не то, что прокрутился человек на месте, и ему надо во время прыжка еще и лед опускать. Табличка. Выглядит очень приятно для российских очень болельщиков. Очень приятно. Цурская, Федечкина. Первый, второй, четвертый. И Мария Соцкого отстает-то всего на чуть.